Всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии, за подписку. Подписывайтесь. Всем большое спасибо еще раз. А сегодня у нас вот такой праздничный салат с селедкой. Вы посмотрите, какой он красивый. Очень красивый. Смотрите, какая красота. Готовится быстро и очень вкусно. И без майонеза. Попробуйте приготовить. Кому интересно, смотрим, как его готовить. Готовим салатик. Такой вкусный, селедочный к празднику. Для начала нарезаем филе сельди. Вот такие квадратики маленькие. 250 грамм селедочки. 250 грамм красной фасоли. Сюда же. Красный лук перышками нарезанный. Морковочка, половина большой или одна маленькая, запеченная в духовке квадратиками. Перчик, запеченный в духовочке. Два перчика. Он такой мягкий, как маринованный. И 4 ложки кукурузы. Все перемешиваем. Немного зеленого лука. Он уже красивый. Посмотрите, какая красота. Сейчас приправляем перчик, немножко соли и 3 ложки растительного масла. Оливкового или такого. Можете с майонезом, но с маслом лучше. Смотрите, какой он красивый. И вот какая у нас красота. Смотрите, как красиво. Выкладываю на тарелку или салатник. В чем будем подавать? Очень нарядный салатик. И вот салат готов. Смотрите, какая красота. Очень красивый, праздничный и очень вкусный. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем пока-пока.